Привет, у нас обзор станка Defu Mini Combine. Итак, левая часть тисков предназначена для английского типа ключей. Можно глянуть, что он держит. Значит, двухсторонние тиски. Можно резать английский ключ. Также с другой стороны тиски переворачиваются. Можно резать автомобильные мотоключи. С этой стороны у нас бабочки. Покажу. Тиски вот так ездят. Подается. Здесь же эта часть подпружиненная. Очень удобно. И ходит на таком рынке. Работает тихо, вибраций нету. Есть подсветка рабочей зоны. Также забыл добавить, они добавили уже в предыдущей модели, вот этой регулировки не было. Такая регулировка стоит на новых моделях Vensing. И здесь тоже она уже есть, очень удобно. На старых моделях нужно было крутить шестигранником, здесь просто открутили этот рашек. И уже крутим шкалу, как вам удобно. Это очень удобно для нарезки автомобильных ключей, когда там нужно подвинуть самопор. Ну или для нарезки двухсторонних ключей, таких как типа Крест или Калуга. Вот. Момент этот удобный. В моделях Vensing за эти моменты вот такие там доплачивать надо.